В селе Алексеевка Жердевского района отпраздновали долгожданный, значимый праздник для сельчан – День сельского хозяйства. От работников села зависит жизнь муниципалитета, в том числе ее социальная составляющая. Кроме того, они делают весомый вклад в инвестиционный престиж и экономическую привлекательность нашего Жердевского района. В селе Алексеевка, во многом благодаря хозяйству имени Карла Маркса и в первую очередь его руководителю Юрию Ивановичу Федулову, активно развивается социальная структура поселения, обогащается материально-техническая база хозяйства. Закончился очередной сельскохозяйственный год. Ну, в сельском хозяйстве простых годов никогда не было. Это вот очередной раз внес свои коррективы и испытал на прочность работников нашего сельского хозяйства. Значит, благодаря, вы сами помните, какая зима была, какая весна была, значит, был под вопросом, а зимы перезимовали, не перезимовали, свекла, ветра были, часть у нас выдувала посевов по району, сахарная свекла. Потом засуха, но благодаря приобретенному опыту, благодаря, я не постесняюсь сказать, героизму работников сельского хозяйства, работы ведутся круглосуточно, в любую погоду, в сельском хозяйстве. Вы опять добились наивысших показателей по Жердевскому району. Пройдут снега, затихнут юнки, но в печке будет греть огонь. Живет село родное, поет в селе. Стоит также отметить, что в хозяйстве имени Карла Маркса очень высока культура земледелия, и эта планка поднимается выше и выше. Очередной сельскохозяйственный год закончился, его, как и предыдущие годы, нельзя назвать простым, однако для села, как и для района в целом, он был достаточно успешным. Всех вас, сидящих здесь в зале, хотелось бы поздравить с праздником. С праздником, который является, наверное, одним из основных на селе. Почему? Потому что от того, как сработали люди в хозяйстве, во многом зависит и жизнь всех остальных сельчан, как развивается село. Поэтому мне хотелось бы, во-первых, выразить слова благодарности за тот труд, который несут наши работники сельского хозяйства, за их вклад в развитие не только нашего конкретно села, где мы сегодня стоим, находимся в селе Алексеевка, а в развитии всего нашего Жердевского района, который вносит хозяйство. Работа шла при любых условиях и в любую погоду, и благодаря огромному опыту работников, благодаря их незаметному, но каждодневному героизму, хозяйство в очередной раз подтвердило свою репутацию, сработав на более чем достойном уровне. Это также следует из общих показателей по Жердевскому району. Стоит отметить всех работников хозяйства, от каждого из которых зависит общий успех, и каждый из которых проявил себя с самой лучшей стороны. Эти результаты и этот труд требуют многого умения и многих сил. Несколько в этом году. Из-за общего недобора урожая по стране
цены стабилизировались, стали посолиднее. Поэтому да, предвидим, что экономический результат будет гораздо получше, чем в прошлом году. Но коль есть продукция, есть деньги, то, естественно, мы смело смотрим, как провести предстоящую зимовку, как вступить в следующий год, как готовиться к предстоящей посевной кампании. Естественно, самое главное – выплачивать заработную плату своим работникам. Мы твердо уверены, это уже можем делать. Выплачивать все свои долги в виде налогов и разных пенсионных медицинских отчислений в полном объеме государственные органы. Ну и имеется возможность оказывать поддержку нашим социальным учреждениям. Поэтому мне сегодня от души хотелось поздравить всех наших, моих коллег, всех наших работников, специалистов, механизаторов, водителей, работников других служб за тот большой, великий вклад, который они внесли в общее дело, в общее завершение текущего сельскохозяйственного года.